Ну что же, еще раз всем доброй ночи, и, собственно, мы с вами продолжаем смотреть за последним днем онлайн-части отборочных на The Summit. Ну, собственно, гранд-финал начинается прямо сейчас. Я вам последний раз, наверное, все-таки покажу сеточку, чтобы вы понимали, что произошло. Complexity у нас через сетку лузеров пробрались до этого гранд-финала и сыграет еще раз Not Today. Они играли вчера с ними, но проиграли с счетом 2-0. Я думаю, может быть, вы смотрели эту игру прямо в эфире, может быть, в записи. В любом случае, игра была довольно интересная. Собственно, давайте смотреть этот гранд-финал, потому что это самое интересное. Ну что, комплекте начинается ликантропа Пака Дазла. Ну и Not Today им отвечают Эмбер Спиритом, Мираной и Шэдоу Шаманой. Шэдоу Шаманой. Шэдоу Шаманом, конечно же. Или Шрак в бане от Not Today. Ах, ребятки, смотрели такие игру комплекте против Левиатан? Конечно же, смотрели. И я уверен, что так же, как и мы с вами, они прекрасно в курсе того, что происходило. Так что это то, что надо. Reserve time. Radiant team pick. Визаж. Ребята, Дроу Рейнджер-то в бане нету. Ну что же, Элдер Титан у нас залетает четвертым пиком Not Today. Ну, давайте ждать, что будет происходить. Ну что, в бане Зевс, в бане Дуза, последних два пика. Ten seconds remaining.
Reserve time. Да, и вы знаете, сейчас Complexity думает, стоит ли им брать Draw Ranger. Но просто тогда им придется как-то странно ставить линии. Вы знаете, Tidehunter опять-таки тоже чудесный игрок. Ух ты! Not Today берут Акса. Вот это, конечно, неожиданно, скажу я вам. Ну что же, ребят, и Best of 5, гранд-финал начинается. Ночная пятничная дота, 4 часа утра уже почти в Москве. И Best of 5 нас ждет. Собственно, давайте смотреть. Так, сейчас мы включим опять-таки худ саммита. Вот он. Вот он работает. И давайте теперь смотреть. Tidehunter пойдет на сложную. В миде будет стоять Пак. В легкую Moonminder пошел фармить. Собственно, вместе с Bloody Nine и Z-Freak будут они стоять на линии. Айво в миде на Эмбере. MSTKO. На шеду Шамане Смэш пойдет фармить Аксом. Ну и Михоук в сложную на Элдер Титане. Самое слабое звено этой команды, сказал бы я, вы знаете, потому что этот товарищ очень-очень хорошо умеет фидить. Да, иногда он умеет и играть, но фидит он намного эффективнее, чем играет, скажем так. И очень часто заезжают просто невероятные какие-то отдачи от него. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну что, Not Today, который вот сейчас подтверждает, что они вместе находятся на лане, у них Team House, и они так. Тренируются и серьезно настроены. The battle begins. Gold for my regeneration. Ой-ой-ой, какая стрела залетает, знаешь, подрезает, успеет ли Пак? Ну, мало хп сейчас пока осталось, и все-таки отскакивает он сюда от Смэша. Кстати, Смэш получал тут довольно серьезно. Так, у меня что-то с клавиатурой, ребят, извините, я не могу понять. Ага, ну вот, сейчас немножечко одуплилось. Все, более-менее. Так, Лимп тут тем временем тоже получает дэмэдж. Айво. Не, Айво все-таки не Смэш играет на Аксе. Извините, конечно же. С самого начала они побрали просто героев. Немножко сейчас послапались. Смэш у нас на Эмбер Спирит. И в итоге в миде стоит против товарища Пака с чудесным никнеймом Swindle Lemons. Ну, а в сложной Михоу, как мы уже говорили, против Bloody Nine на данный момент. Ну, и здесь Moonminder на Ликантропе фармит. В легкой линии его пока, в принципе, не будет ему особо Tidehunter здесь мешать. Да, понятное дело, как будет подбегать, тогда будет опасно, но посмотрим. Ну что, здесь на топе Moonminder мы видим на ликантропе под товарочечком. Грызет крипов. Радуется жизни.
Ну, собственно, стиль игры Кол и план игры Кол на этой карте абсолютно понятен, да? То есть основная цель — это вот этот товарищ должен сгрызть всех после того, как Пак поставит ультимейт. То есть тут все абсолютно ясно, да? Тем более, что есть такие фиксаторы, как Тайтхантер, как Пак, которые действительно могут удержать на бесте. И, кстати, это действительно вариант. Но, опять-таки, с другой стороны, есть неуловимые мстители. Первый — это Акс, да, второй — это вот этот вот товарищ. То есть, по сути, тоже, который может, вот этот вот товарищ может очень хорошо зафиксировать на месте, да, а вот этот надамажить. Но, опять-таки, надо время. Надо время и Аксу, и Эмбер Спирит. Хотя Акс, который в легкой линии, он может очень быстро и вынести блинк-даггер, например, да, а дальше уже паковаться в плотность. И дела могут очень даже сильно пойти. Ну что же, Смэш и Пак. Вот, друг против друга довольно интересный заруба. 6-6 мы видим у Смэша, 9-8 у Пака. Ну, Михоук, Элдер Титан 1-0. Ну, Мунминдер пока мы видим тоже не особо-то парится. 14 на 11 у него крипстат. Все просто отличненько. Тайтхантер XP пока особо не получает, но второй левел у него есть. Точно так же, как здесь у Элдер Титана. Мы видим один крип убитый, но... имеется немножечко экспы, так что это хорошо. Можно за счет астрала опять-таки фармить, можно в лес забегать, так что тут в принципе проблем у Михоука быть не должно. Тем более визаж и дазл вряд ли его тут убьют, так что можно даже поувереннее так вот там себя чувствовать. Опять-таки трипла визаж, дазл и ликантроп, трипла абсолютно без станов, да, то есть, ну, можно абсолютно спокойно забегать Михоук очень даже далеко. Ну что, Пак 17 на 10 имеет. Здесь у нас Масоку 6 на 1. Ну и здесь Мунминдер 21-13. Ну вот, собственно, опять-таки по линиям здесь все абсолютно понятно. Единственное интересное противостояние — это, наверное, то, что будет происходить в миде. Вот Смэш, собственно, против Пака. Ну, поглядим, как дела здесь пойдут. Опять-таки, Паку надо постараться как-то сделать фраг до 6 левела. Ну, как это сделать? Только при помощи двух суппортов. Ну, а суппорты, понятное дело, тут не то чтобы убивательские, да? Ну, в итоге, единственное, что может делать сейчас визаж с ликантропом, они делают, они толкают линию. Это абсолютно верное решение. Я так понимаю, у ликантропа, да, невыключенная базилка. То есть, дает он ауру крипам, линия пушится довольно активно. Что это такое? Это вард? Боже, вот это, смотри, какой стоит-то серьезный. Засловили Михоука, отправили его немножечко подальше, чтобы не быковал, скажем так. Посмотрим, что дальше будет с этого получаться. Но Михоук красавчик. Михоук все прекрасно понимает. Он понимает, что сейчас Элдер Титану можно быковать. И это он и делает. Будет левел, будет все хорошо. Ну что же, мы видим, тут Смэш тем временем почти 6-й. У Пака уже есть 6-й, но убить он его опять-таки не может. Саппорты выйти на Пака, ну, тоже не могут. Здесь Акс битый, опять-таки, за счет того, что Акс битый, да, и за счет того, что саппорты только, ну, очень, ну, как-то так печальненько пока активничают, то Тайтхантер, мы видим, получает тоже уже 5-й левел. Несмотря на то, что саппорты как бы у команды Not Today поактивнее, и они действительно могли бы на Тайда напасть как-то и убить, да, если бы Масоку попал какой-то там стрелой. Ну вот, остается правильно все сделать. И... ну и не фидануть, да, потому что проблема вот этих двух саппортов в том, что у них низкий левел. Вот Раста тут пытается что-то пулить. У Патмы тоже мы видим левел 3. Ну здесь визаж 4, визаж фармит. Точно так же мы видим дазл в лесах там напулит 4. То есть они уже выигрывают по левелу. Что же, визаж Zed Freak 10 на 4. Ну, тут у Пака 30 на 13. Вот Пак, конечно, отстоял мидлейн просто отлично. Он выигрывает на несколько крипов. Надо прыгать на Михоука. Есть у нас Dream's Coil. Михоук проседает очень сильно. Пак и выходит. Михоук за Dream's Coil станется. И в итоге
Вот он, Фрестблад, Раста с подпой прилетает уже очень поздно. Пак возвращается в мидлейн, отопьется спокойно банкой. Ну и Смэш, понятное дело, не подтянулся. 1-0 комплексити начинает, ребята, опять-таки, очень-очень хорошо. Вы, я думаю, смотрели оба матча против Левиатан. Вы помните, как и в одной, и в второй игре начинали ребята. Ну вот сейчас приблизительно то же самое. Так, Пак, ну тут он уйдет, он должен, в принципе, уходить. Хотя можно еще прыгать, связали, будет ли Грейв. Да, вот он Грейв, Пак. Ну и спокойно его подхилили, и Тпау делает банк. Браво, сбивать нечем, у Расты все на кулдауне, здесь стана нету, а тут, собственно, были потрачены фесты, все. Ой, Сиринчей, извините, фесты. Так что тут все... Все очень четко сделал Дазл, все очень четко сделал Пак. Он понимал, что улетать нет смысла, потому что будет еще один реминант и будет его догонять. И спокойненько, собственно, размансовал. И улетел с мидлейна, где его пытались убить. Лимп тем временем в лесу, мы видим, сделал уже трипл стак. Сейчас, ну, вы знаете, что при новой дотке там уже 4 трипл стаки делается. Кстати, ребят, всем, кто еще не знает, на Dota 2 ком появилась очень интересная штучка. Я в Twitter выложил ссылку, и вы можете тоже заходить туда и читать, что такое. Новый ивент от Valve. Фуры, Сирс, Контакта и, ну, собственно, заходите dota2.com/oracle/day1, там интересные вещи происходят. Стрелу тут поймал Пак, но Масоку, понятное дело, что прыгать не будет, пытался разбить баунти руну, Дазл ее забрал. Ну, единственный плюс, конечно, здесь для Патмы в том, что не дала она забрать... собственно, руну в банку Паку. И Паку сейчас надо будет как-то обузить, либо ждать, опять-таки, 10 минуты для появления руны. Так что тут Масоку сыграл, в принципе, очень даже хорошо. Где Мунминдер? Мунминдер. Почему я говорю Мунминдер? Мунминдер, конечно же. Мунминдер имеет тапок и Владмирс. И 7 левел. Слушайте, а вместе с фамильярами он спокойно может забрать Рошана. Патма должна это дело чекать. Вот заходит Масоку. И уходит в момент, когда сюда будет подходить. Но тут стоит вард. Тут стоит вард, поэтому, кстати, еще Масоку отсюда отгоняют. Ликантроп передумал, потому что они понимают, что тут его видно. Так, стрела. Пак спрятался. Пак дает сайленс, улетает. За ним сразу же смэш. Связали. Пак ставит ультимейт. Пак. И вот он первый слэм данк. Вот Акса. Тайтхантер ультует. Достает только по двоим. Потнул сбрили. Смэш едва живой. Смэш успеет отсюда отпрыгнуть. Да, смэш успевает. Айво в таверну. Ну и Колы отвечает очень серьезно. Двумя фрагами на смерть своего Суламидера. И сразу же на Рошана. Вот это очень-очень хорошо. Рошан падает. Ой-ой-ой, неужели? Станчик. А дальше? Ой, прыгает Эбер. Нет, лол. Боже, Эбер не успевает украсть. Как же он по таймингу четко прыгнул. И смэш погибает. Здесь Дави зажатом. Убили. Михок пытается уйти от Пака. У Пака через 20 секунд только Дримхойл. Поймать будет очень тяжело. Но как же четко он прыгнул. Айво цепляет Пака. Стрела. И еще один слэмданк залетает. Тут фамильяры. Еще можно один слэмданк клипануть. А почему? А, вот так вот решил, потому что все-таки там Аэгит, все абсолютно верно, сейчас сразу надо будет агрить. Нет, прыгает Акс, дальше, и еще один слэмданк, Айво, и еще сейчас один, так, так, Тайтхантер проседает, демджа мало, но с раскруток хватает, еще надо добить, и еще один слэмданк. Нет, а там маны не хватает просто, я уже думал, что тут просто будет вечно. Просто шлеп, ну и вот в итоге, файт рекап. Fight Recap, мы видим, что байбек сделал, смэш прилетел, в итоге в сумме получается 2000 голды, 2500 экспы за этих 4 фрага зарабатывает Not Today. Вот он, Акс, пошел. 1200 голды у Акса после этой драки. Блиндагер, ну, вы видели уже в драке, видели также колы. Пошла дискотека. Итак, Shadow Shaman. Ну, по поводу комикса я покажу между матчами. Поймали у нас Z Freak. Есть Хекс. И сейчас будет еще один слэмданк в исполнении Айва. Ну, хотя бы смотрите. Ну, сейчас... Не! Killing Spree. 4-1-1.
Абы маны хватало, вы понимаете, что тут главное бы хватало маны. Кстати, у него появится Блейдмейл через 300 голды, и это, конечно, будет очень плохо для комплекции, потому что тех, кого он будет ловить, он будет убивать фактически 100%. Здесь тавер-колы забрали на нижней линии. Кстати, очень нравится мне матч, невероятно активный, не останавливаются команды, что одни, что другие, просто нон-стоп экшен, и это, конечно, прикольно. Ну, Лимп возвращается к своим баранам, да, и будет их фармить, тех, которых сам себе здесь настакал. Ну что же, комплексити 6-4 проигрывают пока, но вот начали они уже передвигаться командно. Ликантропу есть ПТшка и есть 1700. Посмотрим, что он будет дальше собирать. Будет ли это... Ну, не крайт, понятное дело, что они будут. Будут ли они прямо сейчас, либо немножечко потом. Вот тут вот, тут вот вопрос. Ну что же, Moonminter. 10 левел. Пак. 0.24, левел 8. И вот он, Блейдмейл, появляется у... Иво или Айво, но все-таки Айво как-то попривычнее мне. И Тайтхантер в это же время приобретает Блиндагер. И вот сейчас, кстати, какой-то очень интересный врыв от комплексити может закончиться очень провально для Not Today. Так что перуанцам надо быть осторожным. Если они этот Блиндагер Тайда своевременно не спалят, следующая драка может быть для них печальной. Дайер's middle tower is under attack. Ну, Айва тут пока еще в лесах фармит. Сейчас ему, в принципе... Ой-ой-ой, нашел Bloody Nine. Прыгает. А че ж не сагрил? Ну, вот что-то как-то вот побоялся. Тут Акс, если бы сагрил, скорее всего, убил бы Дазла. Там Дазла на две раскрутки и слэмданком по голове. Кстати, вот 11 левел Аксу очень бы не помешал. Все-таки трэшхолд 450, ну, это со скиптером 350. Трэшхолд, ну, Аганим ему нужен. Аганим ему нужен, ой как. Так, поорал, но прыгнуть не может. Тут хексанули волка. С перепуга. Ну что, мини, смеш, на двоих прыгает, связал, немножко продамажил, улетает сразу же отсюда, чтобы его не цепанули. Пол хп, кстати, у Пака осталось. Bloody Nine, так летит стрела. Юхух, Пак, если бы пошел дальше, не спрятался в шифт, скорее всего, зашел бы прямо на эту самую стрелу. Смеш здесь в инвизии, и, в принципе, готов он дальше врываться и связывать. Скажем так. Ну что же, пуск. Пуск тем временем взял 9 уровень, и по-прежнему у него нет даггера. По-прежнему даггер, на даггер еще надо где-то нафармить. Остается, ну вот он есть. 10 левел опять-таки. Посмотрим, будет ли он собирать аганим. Кстати, это тоже довольно важный момент. Потому что при наличии аганима все, конечно, будет очень хорошо. Ну что, варды расты и тауэр не заденай. Шедов шаман забирает вышечку. Все неплохо. Мирана минус ликантроп. Поймали. Стрела. Убили. Смэш поучаствовал, смэш 11 левел, у Акса уже тоже 11 левел есть, трэшхолд уже 350, то есть, ну, вы понимаете, что 350 это у Дазла пол хп почти. Ну и надо ему выходить в аганим, это однозначно. Что ему летит? Нет, ему летит пока Виталити Бустер. Ну, в принципе, Вангвард, или же Тараска, нет, скорее всего, Вангвард сначала будет. Тараска это такое на потом, то есть, как бы, действительно, ему драться с Ликантропом, ему драться с Тайдом, фамилиарами, то есть, тут очень-очень нужен Вангвард. Потом с Вангварда, конечно, будет с Кримзонгвард сделан, то есть, это тоже абсолютно логично. Но я думаю, должен он это делать. Потому что с Кримзон Гвардом и в драках будет он очень полезным, а не только клепать, да, слэмданки по почти добитым ребятам. Так что вот тут огромный расчет на Айва на данный момент в этом матче у Not Today. Ну а комплексити стусовались вокруг Т1 Тавра, будет пытаться его забрать. О, тут побежал Элдер Титан. И еще и застанил этот Элдер, там насобирал кучу всего. Так, извив, стрела залетела в Z-фрика. Стрела, будет ли попытка ворваться? Z-фрик стоит в стане, Пак прыгает, тавр упал. Ну и тут инвиз, Если бы Акс не побоялся врываться, ну вы понимаете, там все очень просевшие. Пак ставит ультимейт, цепляет одного Акса. Так, отбегает отсюда Михоук. Полетел ультимейт у нас от Ликантропа. И Тайтхантер, едва живой Тайтхантер. А если убить его дрэвиджа, драку можно выиграть вообще в салат. Тайтхантер переживает каким-то чудом, у него 30 хп остается. Нет, уже умер Тайт. Смэш улетает отсюда.
Все-таки Тайда добили. Ну и что, погоня? Сейчас должна быть погоня. Вот Акс есть первый слэм-танк за драку. Убили двух умиляров. Акс побежал дальше. Дазл пытается сделать тэп-аут и сделает его, да. Ну, вы знаете, более-менее. Тут Раста, кстати, смотрите, на Ликантропа где напала. Ну, Мунмин, наверное, надо быть осторожным. Сейчас в любой момент игры, если ты не один, тебе надо быть осторожным. Потому что врывы от Not Today тут очень-очень вероятны. 17 минут игры прошло. Not Today со счетом 9-4 ведут. У них, у Акса 7900, у Ликантропа 7300. Ну, блин, ну Ликантроп в общем итоге все-таки немножечко будет пополезнее Акса в игре. Как ни крути. Да, Акс крутой герой. Да, левел 1. Да, прыгнул. Да, топором рубит людей. Но все равно это не то. Ну что же, Айва на топе опять-таки ищет для себя цели. Пока найти не так их легко. МСТЦО у нашей Душамани 004, 26 на 6 имеет. Ну и Элдер Титан 0-1-7. Элдер Титан, конечно, ассистов наклепал. Ну, это дело не хитрое, ассисты клепать Элдер Титаном, вы же понимаете. Станчик с миллиардной рейнджи дал. Астралом побегал по пацанам. Вот тебе и ассист. Ну что, смеш тут в миде чуть потусовался. Ух, там Тайдан. Тайд на топе ловит Акса. Акс спокойно отсюда отпрыгивает. Акс. Ну, Аксу надо, чтобы на Старладере брали почаще. Акс, если вы... Если вы смотрели уже наши сегодняшние трансляции вечерние со StarLadder Европа, уже, я думаю, в курсе, что Акс является спонсором 11 сезона Star серии. Да, именно тот самый дезодорант Акс, который Акс эффект дает. Ну, я еще пресс-релиз наш не читал, потому что я еще со студии не комментировал, поэтому больше я вам рассказать не могу. Я только видел, что у Каспера там за спиной был баннер с надписью Акс, Акс Эффект, так что, наверное, они начали спонсировать турниры по дотке. И это, конечно, очень круто. Я, опять-таки, понятия не имею, кто у нас там спонсора, то есть вы же понимаете. Наша работа — комментировать. А там... Баннера, спонсора, это есть специальные люди обычно. Так, Пак прыгает, есть Блейдмейл, пытается вытанковать Блейдмейл, но много не вытанкуешь. Тут же идет разлом, разлом очень хороший по двоим, но и все. И все. Очень далеко по тьма, и, ну вот, действительно, вот есть Акс, и что дальше? Эмбер не здесь, Эмбер ломает Т2, и вот если бы там был Эмбер, если бы там была еще одна связка, было бы, конечно, очень хорошо. Стрела, да, в Дазла. Ну и Эмбер, Эмбера по-прежнему нет, будет ли станчик? Ну, долго думал, только не побегал здесь, конечно, своим астралом по всем, но Тавр падает, и Пак еще и прыгает на Масоку, Масоку проблемы, Масоку, Гаш получает Масоку, едва живой. Вот голы, они как будто чувствуют, что они сейчас имеют больше денег, хоть они имеют больше денег и экспы. Они как будто в этом настолько уверены, что команда играет уверенно, команда идет прямо, команда не парится, они не стоят у себя на базе, они там не переживают, они не ведутся на разводы в виде сплитпущего Эмбера, они просто правильно играют. Что, пауза в игре? Надеюсь, ненадолго. Ну и действительно пишет команды, что не проблема, мы подождем пару минут, игра же веселая. Да, игра действительно веселая. Несмотря на ночной статус, скажем так, Акс. Ну не стал прыгать, Дазл на хосте, побоялся, что может не допрыгнуть. И там наверху уже ожидает целая бригада, так оно и есть. А его прыгает. Ой, очень хорошо, и нейтралы же еще помогут. Надо же сагрить, наверное. Агрит и ультимейт, отлично. Минус Ликантроп, Пак.
прыгнет, стрела пролетает. Вот он Ravage, Айво. Айво переживает абсолютно спокойно. Здесь погоня за Дазлом. Дазла должны добивать. Вот еще один слэм данк. Даблкил Айво. Отбегает он. У него мана есть еще на один ультимейт. Там, кстати, уже 3 фамильяра. Смэш, ты куда забежал, дружище? Ой-ой-ой, как хорошо прыгает Айво. Под 2 фамильярами можно забирать абсолютно всех. Триплкил, ультракил. Как же я хочу поорать, но темная ночь. Орать это не культурно. Это ультракил от Акса. Поорал Вилат в подушку. Жесть. Ну вот так вот. Как же они так подставляются? Как они подставляются под... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну нельзя ж так. Нельзя ж так просто под пресек подставляться всей командой. И это провал. Ну что, тут тем временем появляется Battle Fury у Смэша. Очень хорошо. Кстати, у Смэша, у игрока команды Not Today, сегодня день рождения. С чем мы его поздравляем. И вы просто представляете, какой это будет подарок. Ворвались. Пак успевает спрятаться. Пак знает, что он где-то здесь. И вот он. Пак. Ловить надо. Будет ли связывать? Будет еще. Да, вот она связка. Стрела мимо. Пак. Иди сюда. Мама дорогая, а у команды комплекте огромнейшие проблемы начинаются. Действительно, очень плотно они нафидели последние моменты игры, и тут им будет все тяжелее и тяжелее. Лимп. Ну, тут никуда он не уйдет. Смэш доминейтинг. У Смэша 5-1-8. У Акса там уже, по-моему, да, 9-2-2. Кримзон Гвард, как я и предполагал, он покупает. Есть у него Тараска. Боже, есть у него Аегис, конечно. Есть у него Блейдмейл и Блинк Даггер. У него 11 тысяч нетворса, 10-800 у Ликантропа. Ну, Ликантроп, если не в шейпшифте, это вообще изи фраг. Он моментально погибает. Он, когда начинает бить Блейдмейл, это все. Ну что же, Мунминдер. От него зависит сейчас много. Зетфрика поймали. Разломом разломали. Вот, кстати, а здесь, кстати, могут быть проблемы. Пак цепляет одну патму. Патма ничего не может сделать, но этот Масаку тут погибает. У него, правда, не было стрика, поэтому ничего страшного, что он умер. Но хорошо, что успел отсюда Михоук уйти, который играет почему-то с ником Нихоук на отборах на International, да, и на прошлом Старладере, на прошлом сезоне он играл с ником Михоук. Сейчас он внезапно стал Михоук. Лип, порвались. Слэмдан! Братан, не помогает. И Блади Найн. Иди сюда, братан. Слэмдан! Так, Пак дал Сайленс, окей. Айво готов драться. У него Блейдмейл уже есть, вот он Блейдмейл. Теперь сагрит Берсеркером. Покрутиться, еще покрутиться. Тайфхантер ульт, хорошо, Аегис. А сейчас после... А у него уже вся мана будет. Там, кстати, пятеро живы, поэтому надо быть осторожным очень. Акс, блинкаут, бежать. Каш, так развернись, дерись как мужик. Развернись, дерись, Тайфхантер прыгнул. Берсеркер не раскручивается, раскрутился. Блейдмейл, слэмтанк. Поехали дальше. Кто еще? Так, вот тут вот клиент, вот этот вот. Давай, давай, смэш, акс, слэмданк. Поехали дальше. Айво, 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 блинк, блинк, догонять. Айво, фрик, слэмданк. Это фантастика, ребята. Матч NBA. В прямом эфире мы с вами наблюдаем исполнение команды из Перу. 14 фрагов, из них 13 слэмданком клепает Айва, и на 25-й минуте ломают мид комплексити перуанцы. Это урок. Фантастика. Это урок доты от перуанской команды. Это урок всему пабу, как надо играть на Аксе, у которого 4800. Ну, ему надо покупать Тараску просто и все, и вытанковать абсолютно все. Invisibility.
21-6 на 26-й минуте. Ребят, я опять-таки прошу прощения, что я особо тут не шумлю, но вы понимаете, что темная ночь, и это не культурно орать. Тут, кстати, поймали у нас Шедушан. Он уйдет, кстати. Нет, ну, плевочек. Да ладно. Давай, там вар поставили, да. Орать некультурно, да, я думаю, вы там тоже, у кого-то, может, на колонках, если сейчас начну орать, там соседей побужу ваших, еще кого-то там, так что... Давайте без этого, давайте без грязи, да? Каспер любит говорить. Ну что, Шива появляется у Акса. Сейчас будет 16 левел. Аганим он не решился покупать. Ну, да ладно. Валил бы там. Добивай, не добивай, валишь. А бы маны хватало. Ну, маны сейчас будет хватать на все. Что, смэш? Смэш? Ой-ой-ой-ой, братан, ты ошибся, по-моему, сейчас. Тайдхантер ультует, ультует сейчас Блейдмейл, а его продолжает раскручиваться. Кримзон Барт успел прожать. В БКБ на нем Мунмайндер просто не пробивает. Он этого Акса пытается убежать. Тут варды поставили. Акс сейчас будет прыгать в догоночку. Акс видит Лимпа. Вот, и еще один слэмданк в лицо залетает. Поехали дальше. Это уже 15-й. И еще один. И Айво продолжает, продолжает. Вот он, Bloody Nine. И еще один. Это фантастика. Это просто невероятное зрелище, я вам скажу. Это просто... Это, как ты писал в чат, это не просто motherfucking LeBron James. Это просто вообще... То, что надо. Там в лесу, кстати, какая-то катавасия происходит. Но тут Мунминдер закончился у него ультимейт. Он погибает. Кстати, еще фамильяра было бы неплохо позабирать. Акс пошел искать очередную жертву. Акс сейчас в соло будет валить двухочковые. Давай. Как Блейк Гриффин в Клиперс. Давай, братан. Ну, вы знаете, как бы это все не было смешно, но тут, кстати, действительно есть шансы еще эту игру выиграть. Тут, ну, да, мы такого, я такого очень давно не видел, чтобы вот такой последний пик настолько разваливал. Ну, герой очень крутой, герой редко берется, но то, что он творит в драках, это, конечно, просто жесть. То есть в пабе вы никогда не увидите такого Акса, как мы видим здесь. Ну, а этот Акс, это просто чемпион мира по баскетболу. Ну что, Айва? Айва, готов прыгать, Айва, будет ли прыгать, Айва, повесил батлхангер, прыгать пока не стал. Ну, 17 фрагов он уже вклепал за 28 минут, я думаю, это только начало. У него 2400, ну блин, если бы он собрал аганим, он, я не знаю, он бы делал ультракиллы одними ультимейтами. Но вот мы видим, у него уже 16 левел, трешхолд 450, по-моему. Да, трешхолд 450, 40% спид дэмэджа, 300 дэмэджа наносит, да. Еще на 6 секунд получает, ну, скорость, то есть, собственно... Все как надо. Плюс Crimson Guard, плюс Blade Mail, плюс Шива. У него армора 36. Когда он включит Crimson Guard, это вот, ну, короче. Я хочу следующую драку 1 в 5, которая закончится победой Акса 5 в 0. Айво. Ну и мы вам напоминаем, что вот по пустым квадратикам наверху экрана вы видите, что это Best of 5, это только первая карта этого гранд-финала. Ну и команда из Перу, кстати, с каким пингом играет команда из Перу, мне интересно. Ну, короче, нормально у них пинги. У колов 160, у этих 193, ну, побольше, да? 193-197. Но вполне играбельно. Так, я кроме Акса уже ничего не показываю, потому что все остальное на этой карте, в принципе, не имеет никакого смысла. Ну, тут Ликантроп собрал себе БКБ и Кирасу. БКБ им вообще ни разу не помогает против Акса. И убить Акса, как видели, он не может. Он бежит, он пытается что-то придумать. Ну и что, перуанцы на топ решили зайти. Вот вдвоем уже здесь, подтягивается сюда также и под Макс. Так, на нижней линии далеко Смэш, но у Смэш уже два батлфури, боже, 30-я минута. Это, по-моему, слишком. Акс ищет жертвы. Ну что же.
Там атака на смеша пошла. Через Silence теоретически его могут убить через фамильяров как-то. Но опять-таки это нелегко, потому что реминант у него есть. Он отпрыгнул, связал двоих, погорел немножко. Пак прыгает. У Пака уже 2 трети хп. А на топ зашла дискотека. Пошли варды расты, есть телепорт. Ой-ой-ой, надо отменять. А, это смеш. Боже, не пугайте меня так. И заходит Айва. Начинает бить Тала. Бегает тот же Астрал, который... Ну, вы сами понимаете, что происходит. Это же еще Natural Order работает, я же забываю. Так, ну вот фамильяры мы видим, что просто с одних фистов падают. Продолжает падать Тауэр. Айва не особо печалится по поводу того, что его вышка бьет. Ну и давайте поднимем камеру и наблюдать за дракой. Так, заслипали у нас Блади Найна, можно прыгнуть на него. Айва. Там, кстати, визаж где-то погиб. А, это смеш просто залетел и его фистами убил. Так, на топе пошел врыв. Есть Шива. Сайленс Айво. Мунминдер. Мунминдер. Айво. Заходит в штрафную. Айво. Тайт Хантер. Есть Ревич. Айво по-прежнему живой. Айво. Айво. Братан, крутись. Айво. Слэм танк. Айво. Второй не забил. Хорошо, надо просто крутиться. Ну, второго руками добил. Айво. Пак. И. Ну, тут уже без стендаунка, то что кулдаун пошел, да? ГГВП. 19-2 за 32 минуты. Я такого акса не видел очень давно. Перуанский, мать его, Леброн Джеймс. Фантастика. Фух, ну что, ребят, сейчас у нас будет пауза. Опять-таки 1-0 повели Not Today. Мы с вами уходим на короткую рекламную музыкальную паузу и скоро вернемся на вторую карту, надеюсь, такую же веселую и быструю.